Хей, с вами Шимики, и мы продолжаем проводить игру под названием Outlast. Я даже не уверен, будет эта серия, не будет. Потому что я не хочу проходить эту игру. Типа первые две серии, ладно, там первая, типа, обзор, да, как я посираюсь. Вторая, типа, попытка на вторую серию, а третья, если она выйдет. У меня, короче, ложится микрофон, поэтому... Там какие-то проблемы со звуком в плане того, что жуткие шумы. Я даже пытаюсь микрофон просто, который у меня сейчас на голове, а то, блядь, на наушниках. Даже его не касаться, потому что это жопа. Так, там у нас тупик. Кто там? Кто? Кто там? Заживу! Я не боюсь смерти. Я вообще ничего не боюсь. Больше не боюсь. Так, там кто-то ходит, и это довольно плохо. Так, не сюда, я понимаю, да? А что с музыкой? А, я понял, что с музыкой. И по препятствии. Так, тут? Я понял. Заходим, выходим. Ну чё, ребят, на этом и наша игра и закончилась. Я играю очень атмосферно, на самом деле. То есть я выкручиваю звук на максимум, включаю свет и играю в темноте. Серьезно, он сюда заходит, залазит? Видать, отбрасывай на небеса. Так, походу он ушел. Так, а тут было где спрятаться? Так, чтобы у нас камера восстанавливалась, надо просто выходить и заходить в игру. Так, так. Ну типа выломать двери? Ну, думаю, по факту он меня тоже не видит в темноте. Давайте проверим. Так, тут... Я думаю, если запускать, так... Только мне тут прятаться негде. Ну да, он по факту тоже в темноте не видит, то есть где-то реализован нормально, стелс.
Ё-моё. Ну, типа, он видит, что они включены, да, и нихера не предпринимает. Еще один призрак. Да, где он? Так, батарейка. Подожди, здесь. Так, шкафчик есть, хорошо. А, то есть ты меня заметил? Молодец, я серьезно не заметил. Уху. Не думал, что он меня заметит. Ну хотя свет, правильно. Мне интересно, куда я иду хотя бы. А-а-а. Так, шкафчик тут есть, на всякий случай. Молодь. Молодь, он просто там стоит. Он сюда перелез. Он в этой комнате. Почему-то я думал, что вообще свет дадут, но почему-то свет не дали. Я сейчас сделаю глупость, но... Блин, а что у нас спереди, Том, если дальше бежать? Музыка стрёмная. По идее, музыка стрёмная, когда только меня видят, либо что-то заподозревают. Ну ладно.
А чё он здесь теперь только ходит? Я понял. Короче, как я понимаю, вот он сейчас идет по воде. То есть, не он ходит по воде? А кто по воде ходит? А, в принципе, я его могу так увидеть. Эй, какого чёрта? Мне нужно, чтобы он в другую сторону ушел. Блин, так батарейки тратить не хочется. Ну, понимаешь, я в темноте не хочу находиться. Давай, иди в ту сторону, чел. А, заметьте, он не ходит теперь в ту сторону, когда я, главное, то был, он туда ходил. Типа, мне сейчас предлагают перебежать, да, через него, по-любому... Да иди в сраку. Иди в сраку. Это мне сюда, да? Да, да, мне сюда. Быстрее. А куда? Куда мне лететь? Пола! А куда мне нужно было бежать? Ну это, знаете, типа запугивающий момент, типа меня там нету, и он сейчас идет в другое. Это типа как в этих... как называется игра? Злые капли. Evil Within. Там тоже такой же момент, когда мы прятались. Серьезно? А куда мне хотя бы бежать, мне хотя бы скажут? Я понял. А, мне типа просто назад вернуться? А, я типа свет включил. Ладно. Ладно, оттуда мы выбрались.
Прикольно, NPC. Так, а теперь вопрос, что я сделал вообще? Типа, я дал источник света для чего? Зачем мы свет дали? Думай, думай, думай. Света тогда не было или был? А я не вспомнил сам. Интересно, а батарейки что же, да, респавнится или нет? Было прикольно, если бы тут был где-то респаун батареек, я просто себе зареспавнил их. А, мы же свет дали, чтобы продолжить, точно. А кто это? Прости, мой сын. Я не хотел с тобой так поступить. Но тебе пока нельзя уходить. Еще много чего не увидел. Узришь ли ты? Сможешь ли? Истина владыки нашего Валеридора врывается в неверующих. Так какой-то, короче, призрак. Военные пришли сюда. Тебя отсюда. Яви свою сущую правду, и все двери откроются перед тобой. Окей. Надеюсь, вам вообще слышно, потому что он как-то шепотом говорит. И типа очень громко не хочу делать игру, чтобы меня не было слышно. Хотя я ору, наверное, громче, чем сама игра. В чем проблема микрофона, вы спросите? Типа, меня слышно нормально? Возможно. Возможно, меня слышно нормально. Потому что я сам себя не слышу. А, проблема в том, что микрофон жестко хрипит, издает какие-то хрени. Как будто, знаете, когда призрак вот такой вот что-то. И типа... Я не знаю, типа, я лучше сейчас сделал микрофон, он более-менее его там минуты 5 настраивал пока, чтобы он сбалансировался звучок. И я просто его не трогаю, если его трону, я знаю, что там все поломается. Так, хорошо, новые записочки. Заметочка. Камера отца Мартина. Священник, отец Мартин, притащил меня сюда приказать... Так. Показать кое-что. Думаю, так, думает, я стану свидетелем всей этой ерунды, которую он мне паривает. Все здесь пошло не так из-за доктора Верника. Вот только он умер лет 10 назад. Покойся с миром, гласит кровавая надпись на стене. Ой. А, я типа... В глухом изолированном месте? Назад! Отойди! Отвали от меня нахрен! Что ты зыришь? Мне тут на меня пялится! Окей, я вижу двух психов. Один псих там что-то разбирается сам по себе. Это в какой-то... Ясно. Жалко, что окна не просвечатся. В принципе, на этом месте я и заку... Много голосов! Они следят за мной! Никакого сна! Походу, это спокойные, да, жители? Данного места. Спокойные, ну, до свид... А, я закрыть могу? Окей. Так, только 20 минут прошло, ёлки-палки. Место! Покой! Оставьте меня в покое! Привет! Что такое? Они у меня в крови рвутся наружу! Я чувствую! Как дела? Пойдешь на заставочку? Они следят за мной! Никакого сна! Давай я как-то тебе так встану. Пойдешь мне на заставочку. Mm-hmm.
сказал, что не тронет тебя. Он так сказал. Ну, когда котенка нет рядом... Короче, какая-то херня. Призрак или что-то убивает всех. Или тебя взять. Я не знаю, их надо так как-то выбирать, пока они есть. Ладно, пускай он пока что тут побудет. Либо тебя, я не знаю. Вот кого-то из вас возьму, так и минуту еще продержался. Кто это? Наверное, один из людей отца Мартина. Возможно. Кажись, нервничает. Я бы его грохнул. Я бы тоже. Проповедник просил не трогать его. Это не любезно. Только не здесь. Дадим ему фору. А это идея. А когда убьем его? Сделаем это медленно. Какое терпение. Хочу его язык. И печень. Они твои. Два брата-акробата, как я посмотрю. И внешний, и во внутренний, да? Словно призрак увидал. Ну, я смотрю здесь. Слишком много голосов. Они следят за мной. Никакого сна. Большинство здесь дружелюбные, посмотрю. А, это он отталкивает. Ты чё такой агрессивный, парниш? Да не агрессируй, не агрессируй. Не так стрёмно, блядь. Ты мирный? Не доверяем. Они говорят, что всё наука, но всё не так. Они у меня в крови рвутся наружу! Не шарю. Прямо здесь. Прямо здесь. Билли понял. Они всегда, всегда были тут. Были тут. Типа. Шо с твоим телом? Мне его как будто все кости, знаете, изнутри вытаскивали, потом засовывали обратно. Я сейчас... Слишком много голосов! Они следят за мной! Никакого сна! О! Это мой выход. Если вдруг что... Мы прогневали его своей наукой. Он желал лишь веры. Прикольно, аж... Подожди, с открытым ртом или ты закрытым? Место! Покой! Оставьте ладно. Меня в покое! Там, походу, секс. Шелковистый. До свидания. Нравится пялиться? Придурок! Больной! Я? Я? Нормальный? Документы. Заметки. Горящие с мертвецами. К черту это место. Серьезно, к черту. Смерти уже далеко не взглядывает список своего... Так.
всего плохого, что здесь может со мной случиться. Мне интересно, видят ли некоторые враги в темноте, типа... Буду думать, нет. Хорошо, тут заперто. Вот я не знаю, использовать ли... Если что, в дырку бежим. Ладно, сменю батареечку. Хотя уже скоро конец серии. Это ж с этой, да, со мной стороны разговаривали? Челики. Или нет? Ой, ебать. А, они там разговаривали. Я кончил. Я и для тебя оставил, ну, только по... Чего, блядь? Так, подожди, восточный? Слишком много голосов, они следят за мной, никакого сна. Плохо, очень плохо, 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 плохо. Бог always отставил Provost away. Возвращайтесь обратно, flow to blood. О, подписка кровью. Игра сохранена. Серьезно? Закрыто, ребят. Так, всего 3 этажа. Понял. Да, придется лететь мне. Откуда, я не знаю. И здесь у нас сначала, как я понимаю, бегом. Потому что у меня будет 2 челика этих встречать. Ладно, я думаю, при... Давайте посмотрим, может тут что-то есть. Ничего тут нету. Прохода нету, выхода нету. Обратного варианта у нас нету. Значит, остановимся на этом. В следующей серии мы типа продолжим. Эту серию я что-то... Ну, свяжу как-то с тем мужиком, который за мной бегал, а дальше придумаем. Дальше, понятное дело, что это либо лечебница, либо это тюрьма. Похоже на тюрьму больше. Поэтому всем спасибо за просмотр, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, комментируйте. Всем удачи, всем пока!